Говорит Черкесск. В эфире Вести, радио Карачаева, Черкесия. Здравствуйте, в студии с новостями республики у Марти Киев. И вот некоторые события. 6-7 сентября в Карачаево-Черкесии пройдут праздничные мероприятия, посвященные столетию региона и Дню города Черкеска. Карачаево-Черкесия получит 15 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. Более 3000 человек написали диктант победы в республике. Далее об этих и других темах подробнее. Регионы СКФО получат от федерального центра 200 новых школьных автобусов и 103 машины скорой помощи. Глава правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о распределении между регионами школьных автобусов на сумму 10 миллиардов рублей и машин скорой помощи на 6 миллиардов рублей. Карачаево-Черкесия получит 15 новых школьных автобусов и 13 машин скорой помощи. В год столетия Карачеевы черкесии после реконструкции открылся Краевический музей. В торжественном мероприятии принял участие глава республики Рашид Тимрезов, министр культуры региона Зура Пагирбов, школьники Черкеска. Для гостей провели экскурсию по новым выставочным залам. Это еще одно яркое событие в череде праздничных мероприятий в честь столетия Карачаева-Черкесии. Вместе со школьниками из Черкеска с удовольствием осмотрел экспозиции музея. Написал в своем официальном телеграм-канале глава Республики Рашид Тимрезов. подробности сообщил директор музея заповедника Хаджимурат Эльканов. У нас здесь новый зал, дом музыки. У нас археология, которая вот уже, наверное, на протяжении 20 лет у нас отсутствовала. И обновленная экспозиция природы природа Карачаева-Черкесии. Очень много экспонатов, очень раритетных. краеведческий музей находится в здании 1914 года, которое когда-то принадлежало адвокату Мурзабеку Алиеву. Первая экспозиция, рассказывающая об истории до революционной советской карачаевой Черкесии и ее природе, была открыта здесь в 1968 году. Ремонт в музее начался в прошлом году. Работы провели не только внутри, полностью обновив стены, полы и потолки, но и снаружи. Частично заменили крышу и преобразили фасад. Здание приобрело новый темно-серый цвет добавим что для всех желающих до 12 сентября включительно вход в краевический музей свободный в столице Карачаева-Черкесии 7 сентября в честь векового юбилея региона подготовлена масштабная развлекательная программа. 7 сентября в 16 часов на стадионе «Нарт» начнется гала-концерт с участием Зары, Ислама Итляшева, Рената Джанибекова, Стаса Михайлова и группы «Баста». На сегодняшний день проводятся финальные работы на стадионе «Нарт», а именно завершается установка главной сцены и проводятся репетиции. В большом концерте 7 сентября примут участие местные артисты. Детские коллективы покажут один большой массовый номер. 7 сентября, в день празднования столетия Карачаево-Черкесии, перед началом праздничных мероприятий на экранах амфитеатров Парки культуры и отдыха «Зеленый остров» и Центральной площади Черкеска будет показан фильм о нашей республике. Все желающие смогут увидеть необычайной красоты кадры о наших народах, традициях и природе. Создатель фильма – известный российский журналист телеведущий и радиоведущий Владимир Шахбас. Там же на экранах амфитеатра и центральной площади и в эфире телеканала «Архыз-24» будет идти прямая трансляция праздничных мероприятий на стадионе «Нарт». Уважаемые жители и гости карачаево Черкесской Республики, в связи с праздничными мероприятиями в честь столетия со дня образования Карачаева Черкесии 6 сентября с 16 часов и до окончания мероприятия будет ограничено движение автотранспорта по улице Ленина, от улицы Умаралиева до улицы Кавказской. В связи с этим просим жителей и гостей республики заранее продумывать свой маршрут движения или воспользоваться общественным транспортом. В республике состоялся, ставший уже традиционным, диктант победы. В этом году были открыты 50 очных площадок, на которых диктант написали более 3000 человек. В мероприятии принял участие и руководитель региона Рашид Тимрезов. История, литература, география главных сражений Великой Отечественной войны – это не столько проверка знаний на время, сколько погружение в историю самой кровопролитной войны, изменившей ход истории и роли в ней советских солдат и всего многонационального национального народа нашей страны, отметил глава республики. Проект по развитию туристко-рекреационного кластера «Домбай», который планируется реализовать за счет инфраструктурного кредита в 900 миллионов рублей, поможет увеличить турпоток в регион на 370 тысяч человек. В рамках проекта планируется строительство скоростной канатной дороги с пропускной способностью 2400 человек в час, а также объектов общепита и жилого дома. Об этом рассказал министр туризма и курортов республики Расул Тикеев. Инвестиционный проект – развитие донбая предполагает вот, что за счет инвестиционных бюджетных кредитов а также новых инвестиционных проектов есть такая мера поддержки федерального центра предполагается строительство обеспечивающей инфраструктуры что конечно же, позволит более качественно подходить к оказанию услуг. Значит, это будет реконструкция сети горнолыжных трасс, вообще протяженность 17,4 километров. Это электроснабжение, работа над газоснабжением продолжается, и она будет завершена. Что касается инвестиционной части со стороны внебюджетки, так называемой, то это объекты туристской инфраструктуры, это в том числе горнолыжная канатка, которая позволит разгрузить на сегодняшний день в пиксе Зона, мы знаем, что там создаются очередя, и вот эта канатная дорога, она позволит разгрузить и сделать более комфортным пребывание туристов на территории Донбая. Поэтому Донбай также развивается, и ему уделяется важное внимание в развитии отрасли. Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявляет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди из всех регионов страны. Занятия будут проходить в гибридном формате – очно и онлайн. В этом году в проекте будут работать 16 региональных школ, по две в каждом из восьми федеральных округов России. Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека, вне зависимости от места проживания. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, Необходимо прислать мотивационное письмо на адрес info чтобы пройти собеседование очно или онлайн. фонд культурных инициатив подвел итоги второго конкурса в этом году. В числе победителей оказались две организации из Карачаева Черкесии. К примеру, благотворительный фонд Созидания представил проект видеокниги к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой «Страницы века». Как отметила руководитель проекта Ася Байрамукова, проект направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Проект направлен на поляризацию русской литературы и литературы народов печеры. А для этого мы хотим как раз-таки создать видеокнигу к столетию Государственной национальной библиотеки Качера имени Халиман Бастюни Байрамуковой. Вообще, первая публичная библиотека основана в 1922 году прошлого века в столице Бадлпашинской, которая ныне это Черкесская столица Прочей Черкесской республики. И она, эта библиотека, является ровесницей нашей республики, точнее, ровесницей государственности республики. Она прошла большой и сложный путь развития и отображала, в первую очередь, конечно же, культурную жизнь региона. Долгие годы библиотека была центром культурного развития и обогащения. С появлением интернета, да, ситуация изменилась, но самоучреждение по-прежнему символизирует великую русскую зарубежную литературу и литературу народов нашей республики. Могу сказать, что видеокнига страницы века это не о библиотеке, точнее не только о библиотеке. Она о долгом, порой трудном, но всегда увлекательном и созидательном пути. Она о людях, сотрудниках, читателях, поэтах, писателей. О том, как много всего связано с библиотекой. Но главное, она о прекрасной литературе народов нашей республики. Русских, карачаевцев, нагайцев, черкесов и абазинцев. На пешеходном проспекте Первомайской в Черкеске до конца текущего года будет проходить акция «Читающий парк» с выставкой и книжной витрины, посвященной вековому юбилею трех братских республик карачаево черкесии Карачаева-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Строительство и капитальный ремонт более 10 километров берегоукрепительных сооружений планируется завершить к концу этого года в четырех муниципалитетах республики. Это позволит защитить от паводков социальные объекты и частные домовладения, где проживают порядка четырех тысяч человек. В этом году уже завершены работы по укреплению на реке Уруб и ремонт дамб на реке Тиберда. Об этом рассказала министр природных ресурсов и экологии республики Диана Качкарова в рамках празднования столетия республики. Мы постарались с значительным опережением графика сдать объект. Как объект на реке Уруб – это строительство берега укрепительного сооружения, так и капитальный ремонт на реке Тиберда в Карачаевском городском округе. Это два социально значимых объекта. Они направлены на защиту населения от негативного воздействия вод, от затопления, подтопления домовладений. Все мы понимаем, что на этой территории проживает огромное количество граждан. Эти люди на протяжении долгих лет можно сказать, что испытывали такие вот неудобства с угрозой затопления, подтопления. Было даже чрезвычайное положение, в котором, к сожалению, были вот такие вот негативные последствия, что им необходимо было даже оставлять свои домовладения. И понимая всю серьезность вот этих вот объектов, мы постарались ускорить эти мероприятия. карачаево черкесии стартовал дополнительный период экзаменационной кампании для выпускников девятых классов, который продлится до 24 сентября. В нем примут участие ребята, которые не сдали экзамены в досрочные или основные периоды по уважительной причине, а также получили неудовлетворительную отметку. Всего для сдачи экзаменов зарегистрированы 52 участника. Малокарачаевский районный суд вынес обвинительный приговор пятерым членам ячейки запрещенного в России международного религиозно-экстремистского объединения от такфир Вальхиджа. Одному из членов ячейки назначено наказание в виде двух лет лишения свободы, остальные получили по два года и шесть месяцев колонии общего режима. Фигурантам дела инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса, участие в деятельности запрещенного религиозного объединения. В Ставрополе прошли всероссийские соревнования по спортивной борьбе среди мужчин. В состязаниях принимали участие представители порядка 30 регионов России. Представлять нашу республику поехали шесть борцов вольного стиля. Руслан Кубанов занял первое место в весовой категории до 125 килограммов, выполнив норматив мастера спорта России по спортивной борьбе. Его брат Кубанов Рустам занял второе место и уже является мастером спорта, сообщили в Министерстве физической культуры и спорта. Анзор Ионов занял первое место в весовой категории 74 кг, также подтвердил свое звание мастера спорта России. Также отметим, что Белял Матакаев из Карачаева Черкесии стал лучшим судьей соревнований. Радио России Карачаева, Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков, сегодня по республике облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, туман. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14-19, в горах 9-14. В южных районах местами чрезвычайная пожароопасность 4 класса. В Черкеске утром слабо дождь, днем без существенных осадков. Ветер северной четверти 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними вас знакомил Умар Тикиев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго.